Всем привет! Перед гонкой шелкового пути я залил себе медное масло Купер на основе меди. И вот я проехал 2000 километров и решил проверить состояние двигателя. Тем более, что есть такая бесплатная опция и возможность. Мы продолжаем нашим экипажем номер 511 участие в гранд-туре шелкового пути 23 года. Приехали вечером на бивуак, и среди опций, которые предоставляют организаторы от компании «Газпром», предоставлена лаборатория, где каждый участник шелкового пути, неважно в каком он зачете, едет мотоциклы, автомобили, багги, грузовики или мы гран-тура, может сдать анализ масла для проверки состояния двигателя и состояния масла, чем я решил и воспользоваться. Берем пробу масла. Дотянулись. Там не видно. Все, больше не нужно. Потом хватит. Ну, хватит, я тоже. Да. У меня, кстати, масло Купер, оно с медью. Не будет сейчас. О, вот это хорошая информация. Сейчас бы мы сказали, что... Что мотор хана разваливается. Сказали, вкладыши. Вкладыши сыпятся. Сказали бы сейчас. Гипс снимают, клиент выезжает. Так, все, это мы сейчас вытащим. Номер, на который вы звоните сейчас. То есть, в принципе, все окей, поскольку тут у нас, ну, обычно... Подводя итог, результат, думаю, очень неплохой. Пробег 2000 километров. И следующую пробу я буду делать в конце шелкового пути. Посмотрим на динамику изменений, которые присутствуют. Считаю, что все работает штатно, хорошо. И для тех, кто хочет приобрести масло Купер, по ссылке и по промокоду Мотопортал может получить 10%. Ссылки будут в описании. Всем хорошего вечера, хороших дорог. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и до новых встреч.